Лекция 84. Про сауну. Снова. Очередная история из сауны. Ну, вы знаете, что у меня постоянно случаются какие-то приключения в сауне. Они у меня и в других местах случаются. Но вот в сауне они именно такие, что мне хочется о них рассказать. Какие-то показательные. Я как-то задумался, почему это именно в сауне случаются такие откровенные истории. Ну, это же очевидно. Мы же там голые, без знаков отличия, без мерседесов, без одежды. Меня регулярно принимают за молодого, видимо, по телосложению, и отсутствие пивного животика, да и вообще жира, а присутствие мышц там, где они должны быть. Да и мои взгляды, что, вероятнее, больше реально так, как я смотрю на женщин, сообщаю им, что я ими интересуюсь прямо сейчас, вот и сегодня. Ну, я и уже наверняка за 40. Хорошая грудь, совсем не отвисшая. Довольно упругие, так сосочки подпрыгивали, когда она впрыгивала с полки на пол в сауне. И остальная фигура очень даже была ничего, эффектно. А то, как она ответила на мой разглядывающий взгляд, женщина знала, что она хороша, и что она мне нравится, и что я ей тоже интересен. Тоже было видно по ее реакции на меня. Поскольку она изменила несколько раз свою позу, так, чтобы мне лучше было видно все ее достоинства, и улыбалась, много улыбалась, именно мне, хотя в сауне были и другие мужчины, и помоложе даже. Ну вот, знаки, да? После нескольких перемещений, инфрасауна, душ, бассейн, мы снова случайно встречаемся в аромасауне, наедине. И тут она уже не выдерживает. Обожаю таких женщин. Она знает, чего хочет. И спрашивает напрямую, без уловок и какой-то излишней театрализованности. Так ты мне предложишь что-нибудь? Потому что у меня время на исходе. Скорее всего, она подумала, что я попрошу ее подождать меня на выходе из сауны. И мы куда-нибудь пойдем вместе. Ну и так далее. Ну, она не могла, что у меня утром уже был секс. И что больше секса мне сегодня не нужно. Женщина мне не нужна уже. Даже такая. Ну, дальше как все было, вы догадываетесь, да? Я и так сказал. Извини, красотка, я сегодня уже трахался. Вот, в следующий раз. Жаль, сказала она. И ушла. Ну, в чем мораль этой истории? Ребята, к вам обращаюсь. Снова и снова повторяюсь. Если женщина захочет, то она свое получит. Но это не ваша забота. Вам важно получить то, что вам нужно. Вот если бы у меня утром не было секса, то я бы позвал ее на секс. Вполне возможно, что с ней бы могли бы довольно долго быть вместе. Уж больно умна и в моем вкусе. Но секс дважды в день может меня убить в моем возрасте. Понимаете? Мне это не нужно. Только то, что мне нужно. И только. А женщина, как и все остальные возможности, появляется тогда, когда это будет реально необходимо. И не потому, что она там так себе что-то решила. Хотя это важное качество в женщине. Добиваться того, чего ей хочется. А не ждать, когда само срастется. И именно женскими способами. Большинство так и не решились бы спросить у меня напрямую, а молча ждали бы действий от меня. Так вот, дуры, скажу и вам, всегда учитывайте тот факт, что у мужчины уже мог быть секс поутру. И вот тогда всем нам будет счастье.
Это я после сауны такой умиротворенный.